Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с активной молодежью Кургана. Участие в диалоге приняли молодые люди, которые прислали интересные проекты по развитию Курганского микрорайона Заозерный, а также призеры конкурсов платформы «Россия – страна возможностей». Встреча прошла в уютном дворике Музея истории города, который благоустроили в прошлом году. В основном предложения по развитию Заозерного касались создания дополнительных пространств для отдыха и творческих занятий для детей и молодежи. Глава региона поддержал предложение автора проекта «Квартирник 45» Романа Можельского. Он предложил создать арт-пространство на базе культурного центра «Современник». Проекту «Квартирник 45» чуть больше полугода. В нем участвуют талантливые ребята со всего Кургана, которые дают бесплатные уличные концерты. Недавно они организовали благотворительный вечер акустической музыки в пользу Курганского дома ребенка. Вадим Шумков поручил заместителю губернатора по социальной политике Ларисе Кокориной совместно с Управлением культуры проработать варианты для реализации этого предложения. Также в рамках встречи прозвучали предложения по созданию делового или досугового центра с открытыми коворкинговыми площадками, ландшафтного парка или велопарка. На средства гранта в Лебяжьевском муниципальном округе планируется провести слет сельских молодых семей. Сотрудник Шадринского кванториума Александр Копорулин рассказал о сайте для людей с ограниченными возможностями здоровья, который он тоже разрабатывает на средства гранта. Молодой человек и дальше готов заниматься социальными IT-проектами. Вадим Шумков напомнил, что в Кургане на базе инвестиционного агентства IT-компании в дополнение к налоговым льготам могут арендовать площади по цене 1 рубль за 1 квадратный метр. Глава региона поручил проработать вопрос по созданию в Шадринске площадки, где бы могли работать молодые ребята, которые также хотят развиваться в сфере IT. В завершении встречи в подарок всем ее участникам прозвучали песни в исполнении ребят из проекта «Квартирник 45».